В Калмыкии прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на хищение бюджетных средств в размере 13 миллионов рублей. По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемые предоставили в Министерство сельского хозяйства Республики подложные документы о проведенных фитомелиоративных работах по закреплению открытых песков и о затратах на их выполнение. С использованием документов они пытались незаконно получить субсидию в размере более 13 миллионов рублей. Умысел на хищение бюджетных средств соучастники не довели до конца, поскольку у комиссии профильного министерства предоставление субсидий было отказано. Уголовное дело направлено в Луганск районный суд для рассмотрения по существу.